друзья. Пересматриваем вновь и вновь кадры с концертов, выступлений. Все, что нам подарил Димаш за последнее время, очень сжато, очень емко и очень объемно, друзья. И хочу сказать только несколько слов. Конечно, выступлениями называть это очень скудно. Это не выступление просто, как концерты даже нет. Это мистерия, это фантастическая мистерия. Это запредельный театр. И даже слово «театр» не дает возможности представить все, что происходит. Потому что театр в основном достаточно камерное шоу, камерный жанр. Здесь же полет. Причем мы являемся не просто зрителями, но и участниками этого фантастического представления, этой мистерии. Это и акробатика, и какая-то таинственность, великолепный голос. Каждая песня оформлена, целое действие из жизни героя, и Димаш проживает его всем сердцем. Друзья, назовите мне, пожалуйста, хотя бы одного такого исполнителя, как их называют, таких исполнителей, эстрадный или поп-певец, как сам Димаш себя называет, жанр нового кроссовера, пытаясь определить все то, что он делает, но ни в какие рамки. Это шоу, это мистерия, именно мистерия, не помещается, друзья. Это было у него всегда, но последние концерты он превзошел сам себя, потому что, как мы с вами говорим, Димаша может превзойти только сам Димаш. Или он просто летает настолько высоко, и мы с вами еле успеваем его видеть. Дорогие говорят, что теряли его из виду много раз во время концерта. Он куда-то исчезал, потом появлялся то на машине, то на лестнице, то летящий откуда-то сверху в каком-то бэтменском плаще, как спаситель мира, друзья. Я хочу еще раз сказать, это жанр новый. Такого я не видела ни у одного певца. Либо это скудный голос и оформление какое-то со многими танцорами и так далее. Это совсем не то, о чем я хочу сказать. Либо это оперный красивый голос, но статическое выступление в небольших рамках там хождения или что-то такое, эмоции. Здесь не только мистерия представления, здесь эмоции, которые зашкаливают. Они просто горячие, они горячее огня. Друзья, как назвать этот жанр, который представляет нам великий артист? Мы с вами счастливые люди, что живем в это время. Я повторяю эти слова, но они выглядят вроде как уже затертыми. Но на самом деле это правда, потому что, как правило, большое видится на расстоянии. Но здесь мы с вами умеем и смогли ощутить то, что большое рядом с нами. То, что оно, данное Богом нам от вдохновения, от всего того, что происходит в мире. Димаш дает нам посыл жить и в своей жизни в полноте, и давать, и дарить окружающим. Стараясь говорить о хорошем, видеть в каждом человеке, прежде всего, человека Божьего. Браво, Димаш! Сколько еще с вами мы увидим, если Димаш нам сказал, что вы видели только 30% всего того, что я могу дать. Он даже, наверное, и сам не знает всего того, что он может дать человечеству. И, конечно, очень ждем его новую песню на канале официальном Димаша Кутбергена. Новая песня называется «Огонь», как выяснилось. И очень-очень ждем ее. И весь концерт, оба концерта на его канале. Как бы хорошо все это оставить для потомков и для себя, потому что YouTube стал ненадежным. Друзья, надо каким-то образом скачивать все его видео и представления. До скорых встреч на ближайших концертах. Надеемся, все будет хорошо. И Бог еще нам подарит эту феерическую встречу с непостижимым мастером мистерий, фантастического чуда. Всех обнимаю.